все по плану. Небольшое отставание ликвидировали, рассказывает Николай Данилин. Сейчас на бывшем трехпролетном путепроводе завершают заливать бетон на опорах. Мы в марте планируем с опорными частями закончить, то есть и начать уже монтаж пролетных строений. Соответственно, в апреле месяце мы там монтаж пролетных строений завершим. И уже дальше приступим к последующим видам работы. Там наличивание швов, устройство защитного слоя бетона, устройство переходных зон. На большом путепроводе опоры планируют доделать тоже скоро, в апреле. И далее приступить к монтажу пролетных строений. Там монтаж, конечно, он здесь и объем работ больший, и технология немножко другая. Особенно, что касается большого пролета, он будет надвижкой у нас монтироваться в окна, предоставляемые РЖД. Монтаж пролетных строений на большом путепроводе продлится весь летний период. А уже к осени, по словам Данилина, согласно графику, начнут восстанавливать трамвайные пути, а также укладывать асфальт. Напомним, ввести мост в эксплуатацию планируется к ноябрю 2023 года. Татьяна Голубева, «День с толком».